O kadar da şey değil. Aynı yere o zaman herkes de ya. Hadi niye? Hayır, elzam veriyor. Bir aylarda var mı elzam? Так, друзья, сейчас будем опять переезжать через мост. Всем привет. Одна остановка по-турецки называется Бир-Дурак. Только что мне сказали. Вот такие смешные слова. Мы находимся в Турции, город Истамбул. Всем привет. Горячий турецкий привет. Горячий стамбульский привет. Здесь у нас... Мраморное море, мы уже выяснили, и где-то рядом находится пролив Босфор, где-то рядом. На днях я буду его переплывать, точнее переезжать. Еще не знаю как, следите за событиями на этом канале. Друзья, город Истамбул, огромнейший город, в котором больше 20 миллионов людей, раскинулся одновременно и в Азии, и в Европе. И вроде бы как это один из самых крупнейших городов на моем пути. Третий раз я в Турции, но ни разу не был в Стамбуле. Ну, конечно, постоянно пробки, потому что, я же говорю, больше 20 миллионов людей живет. Сейчас вечер у нас, час пик. А, уже 7 вечера. Здесь переплетается древняя, старинная архитектура и современная. Ну и, конечно, отголоски мусульманства некоторые есть. Друзья, не забываем подписаться на этот канал, жмем колокольчик, делаем его черного цвета, ставим лайк и делимся с друзьями, пишем комментарии. Всем спасибо. Мы находимся в трамвае, модном, очень модном, навороченном турецком трамвае. Бесшумный, тихий, спокойный. Вроде бы трамвай Песо, польского производства, стоимостью больше миллиона долларов один трамвай. Вот там стоит турникет. $0.50 стоит один билет, один проезд. Неограниченное количество станций. Ну, меня менты пропускают бесплатно за знание турецкого. Вот такие дела. Впереди много интересного. Всем спасибо. Увидимся на краю света.